Я хочу вам сказать, что я на сегодняшний день возглавляю одну из самых сильнейших, мощнейших партий Украины, Украинское объединение патриотов УКРОП. И мы не хотим, чтобы общественность была введена в оману. Мы не хотим, ни я, ни мои защитники, чтобы кто-то думал, что мы прячемся от правосудия. Мы не хотим, чтобы кто-то позволил себе делать подобные заявления о том, что мы затягиваем справу. Потому что с такой же скоростью, как они пытались меня упрятать в тюрьму, а теперь они согласны на отложение,